Всем привет! Мы продолжаем нашу серию роликов о снаряжении. Сегодня я расскажу, как самостоятельно поменять батарейку в компьютере Suunto Zup. Замена батарейки на этом компьютере в официальном сервисе стоит достаточно дорого. Но ничего сложного в этом нет. Вы можете сделать это абсолютно самостоятельно. Для замены батарейки нам понадобится, кроме компьютера, сама батарейка формата CR2450N. Именно эта батарейка устанавливается на данный тип компьютеров. Обыкновенная зубочистка и немного силиконовой смазки. Для начала нам надо удалить одну часть ремешка, которая держит защитную крышку батарейного отсека. Для этого используем обычную зубочистку. Вставляем зубочистку, нажимаем и тянем. Отсоединили ремешок. После этого на крышечке есть обозначение со стрелочками «закрыть» и «открыть». Пальцами надавливаем и поворачиваем крышку в сторону «открыть» до щелчка. После этого крышка легко удаляется. Аккуратненько поддеваем защитное стекло. Снимаем планочку, которая фиксирует нашу батарейку, и вынимаем батарейку. Затем зубочисткой аккуратненько поддеваем и вынимаем уплотнительный O-ring. Смотрим наш O-ring на предмет повреждений, грязи, очищаем его между пальцами, удаляем всю грязь. И после этого смазываем его силиконом. Немного силикона наносим на O-ring и равномерно распределяем. Силикона должно быть именно немного. Лишний силикон нам только навредит. Распределили смазку по O-ring и аккуратненько вставили его на место. Берем новую батарейку. Более узким концом вниз вставляем ее аккуратненько под контакт, планочку держателя возвращаем на место, дальше накрываем все это защитным стеклом . Вставляем назад крышку батарейного отсека, нажимаем и поворачиваем в направлении закрыть. После этого возвращаем назад наш ремешок браслета. Вот и все. Мы заменили батарейку. Надеюсь, наши советы были для вас полезными, помогли сэкономить вам деньги. Подписывайтесь на наш канал о дайвинге, путешествиях и кулинарии.